Может, мне еще выйти? Водиле надо выйти. На такой скорости не страшно, если водила выходит. Водиле как раз страшнее всего, потому что вот под такой погоде гулять в трезвом виде нифига не алё. А кто сказал, что трезвом? А, извините. Ну вот, смотри, он пакетиком в ушах затыкал, прежде чем пакетик. Нифига себе, я даже не знаю такой технологии. Я тебе рассказываю теперь. Ужас. Когда вода начнет поступать через закрытые двери, какая прелесть! Отдыхаем. С двумя детьми. За 3-9 земель. Чуть правее уйди, Миша, там центр самый высокий. Ага, правее уходи, слева очень глубоко вот. Обратно другой дорогой поедем, не знал, что здесь так весь. Аж приподнимает чуть-чуть машину, стоит. Да, здесь их обязали.